9 штук изъяли недельных, били живьем за ногу и об угол, и выкидывали полуживых в мешке. Они визжали, и там ужас, что творилось. У меня у жены слезы градом катились. Я сейчас говорю, у меня слезы на глазах. 23 февраля 2017 года и все последующие 4 праздничных дня жители деревни Вечный Хутор, что на окраине поселка Духовницкий, запомнят надолго. В этот день многие из них лишились единственного заработка. Как во многих деревнях и селах, разведение скота – это не просто хобби, но и возможность содержать семью, растить детей. Так и на Вечном Хуторе. Зайди в любой двор. Везде поросята, курочки и другие домашние животные и птицы. У меня было 6 поросят, это 4 поросенка по 30 килограмм и 2 свиноматки, которые должны днем позже опороситься. У меня забрали это все. Африканскую чуму свиней в Духовницком районе нашли еще в январе, тогда это были дикие кабаны. А на этот раз свиньи якобы в одном из подворий. Однако местные жители не верят, что чума вообще была. Вроде как бы было обнаружено больное поголовье свиней, и вроде как будет вводиться карантин. Ну, мы даже как-то это близко к сердцу не приняли, но подумали, ну, карантин, но это, наверное, же должно пройти какое-то время достаточное, чтобы это действительно было подтверждено, да. А вот 23 числа у нас у мужчин праздник, и вдруг такое, едет целая делегация. Выходим, все, изъятие животных, по какой причине? Африканская чума свиней, покажите, пожалуйста, документы. Мне вот дали только постановление от губернатора, я не знаю, может быть оно липовое, может быть оно не липовое, посмеют они так наши власти сделать или нет, вот оно. Вот. Там не подписи. Здесь нет подписи, они сказали, что этот документ пришел по факсу. Больше всего во время истребительных мероприятий сельчан возмутило отношение к свиньям, которых они растили, благодаря которым имели средства к существованию. Да и к самим хуторянам отношение было, судя по рассказам, не лучше. Масса угроз была, то, что там вплоть до уголовного дела, если ты не отдашь. Везде я расписался, что не имею права делать это, не имею права делать, блядь. У меня просто нервов, извините, не хватает. Я расписался то, что не имею права продавать свинину, то, что это ее год нельзя водить. Мне чем кормить детей? Мне никто ничего это не говорит. Как я буду выживать? Спрашиваю, подхожу, говорю, где у вас здесь начальство? Показали к машине, они в машине все сидят. Я говорю, можно какие документы? Они сидят, улыбаются. Я говорю, может, вы выйдете? Как это самое, с уважением как-то выйдете. Вышли, дали бумажку. А что там бумажки? Туалетные. Ничего там бумажки совершенно нету. А убивали. На глазах у детей умоляли. Дети плакали, рыдали. Я ей задаю вопрос, на каком расстоянии от жилого массива должен находиться могильник? Она, я вам затрудняюсь ответить. Я говорю, ну как это вы мне затрудняете? А кто ж нам тогда ответит? Да какой тут может быть могильник, нам пасти негде. Да жилая зона, 1,5 километра, это, да. Это в поселке. Ужас. Это вообще ужас, это такой безобразие. Кошмар. Они начали пугать, бактериологическое оружие. Да мы вас посадим, да мы вас не знаем, что хотите сделаем. Вы террористы, вы не знаю кто здесь. Ну что оставалось делать, ну что мы можем сделать? Сколько у вас было? У нас было 14 голов. У нас было больше голов. Мы 4 головы зарезали, вот они у нас висят, мы кушать тоже что-то хотим, у нас дети. После того, как взрослых свиней умертвляли уколами, их туши свозили на поле рядом с деревней. Здесь заблаговременно начали готовить яму для сжигания. Однако мертвые животные пролежали на поле не одну ночь. И мы пришли туда, посмотрели, действительно, по всему полю валяются трупы животных. Кучами, в яме, около ям, там, сям, везде это все разбросано. Но если это такая страшная болезнь, она почему валяется 4-е сутки? Почему? Где дотация? Чего? Теперь бумажки, значит, не те, то, не то, эпидемии нет. Свиней разбросали. 4 дня они лежат, бедные, вчера закоптили, ну, чуть-чуть подымили. Да разве вы такую толпу сожгете? При эпидемии. Не сожгут. Эпидемия. Какая-то эпидемия. Собаки бегают, все разбросано по всей дороге. Теперь хуторяне приходят на это кладбище домашних животных и не могут сдержать слез, вспоминая, сколько здоровых свиней здесь захоронено. С 22 февраля на Вечный Хутор и ближайшие поселения, находящиеся в радиусе 7 километров от очага инфекции, наложен карантин на полгода. В 2 километрах от нас огромный ферма, не комплекс, ферма. Да, свинокомплекс, у них своя защита. Да. Свинокомплекс – это совсем другой разговор. 1,5 километра, не 2. Ну, может быть, 1,5, я не знаю, я не мерила. Попали. Мы смотрели по спутнику от...
Молодежная 11 до этой фермы 4 километра 750 метров. Никто ничего не Он очень богатый человек, у него много полей, у него много денег, у него много всего. У него есть все, у нас у нищих нет ничего. Вот это коснулось самые нищие, беднейшие слои нашего населения. Нас лишили последнего. А вот его смени, как в насмешку нам, что вы хрень собачья, а не люди, будут ходить у нас вот перед глазами по калде. Разве это можно? И согласно памятке, которая висит в здании местной станции по борьбе с болезнями животных, после снятия карантина еще год сельчане не смогут заниматься разведением свиней. То есть в общей сложности полтора года им придется или голодать, или заниматься разведением других видов домашних животных. Но и это будет проблематично. Скотомогильник, в котором сжигали свиные туши, был обустроен прямо посреди единственного пастбища. Все тут пасут. Они, значит, там затеяли захоронить. Последний кусочек земли, который у нас есть, они его перекопали, перерыли. Сельчане точно не знают, сколько свиней отправились на костер из-за введения карантина. Приблизительно 5-6 сотен. За один день мне пришлось перерезать две свиноматки супрусные. Две свиньи. Вот они мне нужны были все в один день резать. Чтоб резала я на страшной неделе почти что перед Великим постом. Не слушали. Если бы они продавали свинину на рынке, то брали бы по 250-300 рублей за килограмм мяса. Если бы сдавали на переработку, то выручили бы по 140-150 рублей за килограмм. А за кило живого веса свиней, истребленных в ходе карантинных мероприятий, в виде компенсации сельчанам дадут максимум 90 рублей, то есть в несколько раз меньше. Да и то только тем, кто зарегистрировал своих животных. Остальным ждать помощи и вовсе не стоит. При этом остается вопрос, как быть хуторянам, которые всю жизнь занимались разведением свиней. Люди, лишившиеся в один день всего, намерены жаловаться в прокуратуру области. К теме карантина по африканской чуме свиней мы еще вернемся.